Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto G 5G активировать точку доступа. Заходим в настройки. Далее, сеть интернет. Точка доступа и модем. Точка доступа Wi-Fi. Можем поменять название точки доступа. Можем скрыть наше устройство. Можем убрать пароль. Либо же изменить пароль. Можем автоматически выключать точку доступа, но я бы эту функцию выключил. Можем изменить диапазон частот. И когда мы все настроили, нажимаем «Включить». Появляется значок. Также гораздо быстрее включать и выключать можно из данного меню. Как видите, у нас только что появилась точка доступа. Если у вас ее нет, вы просто нажимаете на карандашик, и у вас она будет находиться здесь. Просто берете и перетягиваете. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!